За Москву. За нас. Немножко московского колорита. Пойдем. Покажи мой гумовский пакетик. Купил ли водичку? Вот такой нам пакет дали. Кстати, во, повернись. А, ну. А где эти Сталин там? Не знаю, где-то здесь. А что, как бы, стоит, как в обычном магазине, Нарзан, 84, да? По деньгам. Да, настолько же, вон тоже, видишь, это зеркало. Пойдем. Ты нам туда? Ты сюда. Вот это, кстати, монастырь. Это? Вот это, да. Он монастырь прямо, ну, прямо на площади. Не, музыка, блядь, зарядила, да? Согласись, зарядила же, блядь. Вот заряжает музыка. Правильно, в нашей фильме, в нашей жизни. Да. Не, ну зарядила музыка, прямо же это, столько сил прибавила, да? Так, конечно. Вообще. А то мы все были такие уставшие, вообще, да, так зарядились. А сейчас прям вдохновение такое. Вообще круто. А там что такое? А там кафешка. Ну, такая улочка, да? Да. Ничего себе. Ну, у нас были бы деньги, можно было бы туда пойти. Да, конечно. А это Лубянка, да? Это Лубянка, это ФСБ. А это что? Тоже, это не знаю. А там это знатоки чё? Пусть напишут. А знает. Это что? А это метро. А это метро. Все. Сейчас, подожди, чтобы мне не запутаться. Прямо? Да. Через переход, нет? Нет. А, это в метро вообще, по-моему, спускаться. Да, метро. Вот тут уже другая атмосфера, как будто, да? Как-то по-другому все. Везде своя движуха. Да, локация. Точка. Крутая вообще. Нравится? Вообще. Вот здесь локация вообще прикольно супер. Снимать. Ага. Пошли, пройдем. Пойдем. Пойдем, пройдем. Прорвемся. Да. То есть локация охеренная вообще. Вообще, там еще другой, да? Да. Пролет туда. Пошли посмотрим. Пошли. Бай. Классно, да? Ну-ка. Всем привет! Тут каждый кадр здоровый. Да, потому что хрен его знает, когда Марк его выложит. А ну да, так. К Новому году, наверное. Как я на штативах, блядь, забыл эту хуйню, переходник, блядь. Пока я собиралась, мог бы 100 раз все проверить. Ну. Ты. Что себе? Ну. Тоже типа бары. Да. Ого. Все, дальше никуда не пройдем. Не пойдем, вот только посмотрим, заснимусь. А, видишь, да? Тут прикольно, вау. Видишь, типа в тишине посидеть. Ага. Пойдем, выйдем. Все, выходим. Пойдем, нам можно здесь выйти. Пойдем. Супер, да? Вон там написано, ты вчитай, я не вижу. Там непонятным буквами, что это вам. Просто поснимай.
тут тоже ничего, такая локация, парк такой. Такая улочка крутая. Где улицу засниму? Такая улица. Вот. Это же? Ищем бар. Сейчас найдем что-то. В общем, нашли бар. Это ирландский, да? Ирландский паб. Ирландский паб. Что там по ценам? Что, пошли отсюда? Да, цены, конечно, пипец. Очень дорогие цены. Пошли тогда. Смотри, сколько пива стоит. Сколько? Дорого, очень дорого. 800, что ебать. Пошли. Пошли, здесь дорого. Ах. Немножко московского колорита. Заснял немножко колорита место. Едем. Обратно едем. Не можем бар найти. Один нашли, там цены 700 рублей пиво. Вот сейчас мы едем в другое место. Мне кажется, там то же самое. Это взяла. Адаптер не взяла. Ладно, короче, пригнали в бар. Пшенично взяли 4 пива. По 190, да? 760 за 4 в общем. Вот так. Что у нас получается? Блядь, снял это? С него снега. А лишь ты есть? Все ништяк вокруг, шум, пусть так не кипишуй. Все, короче, блядь, уже так не получится, разбило, блядь. Так не кипишуй, все ништяк вокруг. Не пожалуй, давай, не пожалуй. Так не кипишуй, все ништяк вокруг. Уже так не получится, как вот до этого, короче. Сейчас все вместе запоют. Глазами, о боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом голова. О боже, мама, мама, пьяный без вина. Ее улыбка, мама, самая самая. О боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом голова. О боже, мама, мама, пьяный без вина. Давай. Красавица моя. Блин, давай погуляем по ночным. Все, в общем, посидели. Да, мы все посидели, вообще отлично просто. Да. Попили идем, песни. Идем домой. Да. Что мы выпили? По литру, получается? По литру пива выпили? По литру пива выпили. Выпили, короче. Все, идем домой. Да, все, на район. На район мы поехали, да, на район. А тут только жизнь начинается. Да. А тут только в Москве жизнь начинается, да, да, а мы да. Уже домой, мы старые стали. А, хули старичи. Ни денег, ни возраст, блядь. Нет, ну в принципе можно погулять, но... Ну да, блядь, хуй знает. Хочешь? Так-то... Погулял бы? Ну-ка правду мне говори.
Ну да, в принципе, можно пошароюбиться. Ну ж пошароюбись. Пошароюбиться. Давай пошароюбиться. Давай пошароюбиться. Ну короче, мы все, мы прям при вас приняли решение, что мы еще пошароюбимся. Нам же никуда не надо. А ну поцелуй меня. Следующий кадр. Нет, мы все-таки домой поехали. Не-не-не, мы сейчас погулять сходим, неправда. Я опять волосы ем. Город только оживает. Город только оживает. Марк не видел ночную Москву, я хочу ему показать. По крайней мере, центр. Вот мы сейчас на Китай-городе. Да-да-да, то есть центр, он оживает, то есть наоборот. Да. Ну тебе понравится вообще в Москве? Скажи, он знаешь, что говорит? Он говорит, что в каждой, ну, это он правду говорит на самом деле, что где бы ты, как мы только меняем какую-то локацию, атмосфера своя. Это разная атмосфера. Действительно так, это правда. Ну, то в любом городе так, особенно в крупном. Ну, здесь так хорошо дышится, столько много места. Ну, да. Так что мы счастливы, да? Да, да, да. Все. Что, куда идем-то? Гулять. А куда? Еще куда-нибудь зайдем. Куда? Куда-нибудь. Куда? А, я знаю, куда мы зайдем. Куда? А ну-ка, пошли обратно. Да ты че? Да ты че? Да подожди, а пойдем? Подожди. Да, мы обратно идем. Все правильно. Зачем? Еще куда-нибудь зайдем. Ну пойдем. Мы же гуляем. Москва, блин, вот только расцветает. Вечером еще 8:30. Сколько времени еще? Пойдем. Все, мы сейчас пойдем, короче. Я сейчас его тут пойду. Пойдем, да. Да, все. Вот мы в этом месте. Вот, у нас Настойная. Так же, пройдут. Ребята, кто в Москве, приходите в Настойную. Там недорого и там классно. В центре. Ну, мы сразу говорим, это не пафосное место, то есть там нету таких. Там обычные люди сидят, обычные ребята молодые, поэтому если вы хотите пафосное место, то Настойная вам не подойдет. Не, так кто хочет, кто нас смотрит, они все не пафосные. Ну, вдруг, ну, мало ну, ли, да, принципе, вдруг, да. Это как бы для любого контингента. Короче, двигаем дальше. Да, мы двигаем вон туда. Да. Метро. Домой все-таки. Нет, погулять. Вот смотри, как тепло. Ты что, домой хочешь? Да нет. Вот это Москва. Ебать, народу сколько. Ебаный народ. Что там, туда, куда? Не, любимый, туда прямо. Днем нету, да, столько народу? Нету, все, Москва ночью оживает, понимаешь? Движуха начинается ночью. Пойдем. Приходим к графу. Да. Вот это солянка. Вот. Солянка. Мы с тобой сейчас на солянке практически. Кто там пиздит? А вот. Ну Танюха на солянке работает. Да. Мое кафе. Станет. Тут Варя. Тут вареничная. Снял? Да. Все, двигаем дальше. Двигаем, погнали. О, пицца. Офигеть. Вау, вот это крутой переулочек, да, такой? Перекрест. Это, вот это все Китай-город. Вот это самый центр. Конечно. Да, нормально. Вот нашли, короче, место. Какое-то, как он называется? Колбаса, рестобар. Колбаса, рестобар, короче. Сейчас официант нам меню принесет. Я не знаю, сколько стоит. Посмотрим. Понятия мы не имеем. Сейчас он принесет нам, и мы уже будем ориентироваться. Ну, мне кажется... Как сидим отдохнуть. Да. Да, и насчет сортира надо промыться, туалет, чтобы был. Да. Все нормально. Ну, в общем, цены, я не знаю, тут видно будет, нет? Наверное, нет. Ну, просто нет, мы уже за 190 здесь нигде не найдем, ну, понимаешь? Да. Это в любом случае. Тут цены, конечно, уже дороже намного, то есть уже... То, что тут уже пиво дороже, но мы решили фирменное, да? 350. Или нефильтрованное. Два нефильтрованное. Мы нефильтрованное решили. Нефильтрованное, да. Нефильтрованное. Коктейли есть. А закуски будем какие-нибудь брать? А. Да нет, наверное, что. Сейчас посидим, да, пойдем. Ну, вот, например, гренки бородинские. 350. Как пиво. Да, лучше пиво. А? Не будем, да? Да. У нас картошка есть. Да, картошка. Дома бахал. Точно. Да, конечно.
Ну, стейк. Ну, стейки, они всегда дорогие, блядь. А сколько тут стейк? 1020. Пишет, котлета говяжья. 100. Котлета 180. Сколько? 180. Сыр 60. Дополнительно перец халапеньо. Чё это, блядь? Ничего себе, пивной сет, 1850. Нихуя себе. Обалдеть. Бать. Ну это еще такие видно. Нормальные цены. Ну это да. Потому что мы видели дороже, где цены. Ладно, что. Ну, и вот посмотрите, в каком месте сидим. Ага. Пальмы какие. Ну, что это, папа? Короче, растения. Смотрите, какие нам бокалы. Блядь. Посмотрите, какие бокалы. Да, да. За Москву. Да. За нас. И за вас. Пьем за нас и за вас. За них и за нас. Вкусное пиво. Ну да. Ну что такое? Ну все, посидели чуть-чуть, все. Пора домой. Да, домой. Че, куда пиздить? Где, блядь, метро-то, ебаный? Помнишь еще? Нет? Я нихуя не помню. Блядь. Я не запоминал, нахуй не надо. Че, помнишь? Все, короче, пиздим. Попиздили домой. Хватит. Да? Там. Хватит нахуй. Ух ты. Колорит, ёпт. Местный колорит, блядь. Вот это у нас что-то настроение было, потом оно нахуй пропало. Ну как обычно, эти качели ебаные. Все, короче, двигаем домой. Поехали там. Где у нас? А где музыкант-то, блядь?